Президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются ударные комплексы, которые смогут преодолеть систему ПРО. По его словам, РФ создаст оружие, которого нет ни у кого в мире. «Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО», цитирует Путин РИА Новости. Также политик отметил, что приближение НАТО к границам страны не вызывает никакой радости. Путин добавил, что Москва постоянно чувствует угрозу, исходящую от альянса, несмотря на их заверения об отсутствии агрессивного характера организации.